Пане Романе, переходимо до сходу, як і говорили, виглядає дуже плачебно Бахмут для ворога. Я прокажу хронологію по діпстейт-карті. Є в нас просування в бік суттєве в Берхівки на півночі і суттєві просування біля Кліщіївки в цьому напрямку. Діпстейт, правда, не оновив ще, але бійці кажуть. Взагалі, так виглядає, що ми можемо не просто вибити ворога з Бахмуту, але й спробувати взяти його в оточення. Чому? Тому що зараз от Пригожин, який з нуля вивів вагнерівців з Бахмуту, кричить і оре до Путіна, що дай мені 200 тисяч живої сили свіжої. Для чого? Аби хоча б оборонятися, чи 200 тисяч можна десь спробувати наступати? Он уже 50 тысяч угробил, еще хочет 200 угробить. Ну пусть не 200, половину, если угробит, сотню. То есть ему мало 50, ему хочется больше, вот еще 100 тысяч хочет положить, допустим, где-то. У Пригожина сейчас очень плохая ситуация на всех фронтах. И на военном, боевом, и на информационном, и на политическом. Дело в том, что развитие ситуации в районе Бахмута, сейчас наше движение на окружение Бахмута, мы никого оттуда выбивать, так сказать, не будем. Зачем нам ложить своих людей и нести потери, заходя в Бахмут? Мы ж не россияне, мы ж адекватные. Это они неадекватные могли положить за 30 километров прохождения 50 тысяч. А вот будем действовать грамотно, правильно, по-военному, с хитрецой пойдем сейчас уже идем по высотам вокруг Бахмута, а дальше окружение там не получится. Дело в том, что там река Бахмутка, она обрезает эти высоты. То есть полуокружение, но этого хватит, чтобы закрыть в оперативное окружение весь российский гарнизон, который в Бахмуте, после просто его расстреливать, уничтожать, как это было на острове Змеинов. То есть Змеины-2. Уничтожать до тех пор, пока они туда сами не побегут, потому что выдержать арт-работу по одной площади просто невозможно. Ну и укрыться будет невозможно. Бахмут россияне уничтожили, потому там хороший полигон. И вот именно вот это бегство прекрасно прогнозирует тот же Пригожин и просит 200 тысяч. Ну это как называется, проси больше, дадут половину, хватит. Потому будет просить там несколько тысяч человек для того, чтобы удержать Бахмут, по крайней мере, как-то не дать российским войскам оттуда убежать, потому что к нему будет вопрос, а что это было, зачем ты туда вообще заводил, уничтожил столько людей. А Бахмут, самое интересное, в стратегическом плане, он россиянам абсолютно не нужен, двигаться на Дружковку, на Краматорск, на Славянск, они уже в этой жизни не будут, потому будут отходить, я думаю, все-таки на Попасный, на эту гряду Попаснянскую. И вот это тоже убьет того же Пригожина, потому что даже неадекватные россияне, для них они могут сложить, в конце концов, 2 плюс 2 у них не получается сложить, но 1 плюс 1 они, я думаю, еще могут сложить. И будет вопрос, зачем, для чего, почему была вообще эта операция по заходу в Бахмут Пригожина, завод туда российских частей, уход Пригожина оттуда, то есть он их там бросил просто на убой, называется. И вот он сейчас поднимает эту волну, причем самое интересное для того, чтобы потом можно было бы себя прикрыть, сказать, ну я ж просил 200 тысяч, мне не дали, потому я тут вроде как ни при чем, виноват Путин. То есть вешает, он сейчас начинает развешивать всех собак на всех вроде тех, кто должен принимать решение. Хоча реальна проблема в районі Бахмута создав іменно Пригожин. А поки ми чекаємо від наших союзників навчання і постачання F-16, пане Роман, з'явилася інформація, нежданно-негадано, від Австралії, що вона нам готова передати 41 одиницю повітряну. Ми говоримо про Hornet FA-18. Що це за птиця і чим вона може нам допомогти? Ну, если долго не рассказывать, это примерно такой же, как F-16 самолет, чуть больше, там раза в полтора, может, тяжелее, больше, и два двигателя. То есть хорошая машина, в основном она создавалась для, это палубный истребитель многоцелевой, то есть выполняет все те же задачи, как и F-16, может еще садиться на палубу, там аэрофинишер и стартовые крюки, ну, то есть работать с палубы. Именно для этого его и создавали. В основном он стоял на вооружении у военно-морских сил.
стран. Вот сейчас идет замена. Австралия поменяла эти F-18 на F-35. То есть уже произошла замена, потому у них бригада, это 41 самолет, четко бригада, 3 эскадрильи у них есть, и они могут с нами ими поделиться. Неплохая, не то что замена, альтернатива F-16, именно F-18. 9 точек подвески и даже чуть больше боевой радиус. То есть до 1000 километров у него боевой радиус. В принципе, очень хорошая машина и рассчитан еще и на работу по земле. Как бомбардировщик он довольно-таки неплохо работает. Потому за эту бригаду, ну, можно сказать спасибо австралийцам, если нам ее передадут. Вот именно бригадой. Самый оптимальный вариант как раз F-18 использовать в таком режиме.